Всем привет, я Виктор Катющик, и сегодня очень важная новость. Наш канал «Научный трибунал» переехал на новую площадку на Ютубе. И так получилось, что на Ютубе теперь два канала «Научный трибунал». Первый «Научный трибунал», где все наши 600 предыдущих видео, это как архив теперь будет. И будет новый канал, он уже есть, «Научный трибунал Катющих ТВ 2». Катющих 2 или Катющих ТВ 2 и Трибунал 2 в поиске набираете и попадаете на этот канал. Там просто циферка 2. Оформление примерно то же самое, похоже. Там уже новое видео. Все видео мы будем заливать туда. Для чего мы это сделали? Потому что бобришки грызли и загрызли канал первый уже... В одну смертушку, из которой мы его реанимировали, вытащили. Загрызли его во вторую смертушку. Ну, бобры настырные, ну ладно. Взяли мы, сделали второй канал. Сейчас его будет грызть труднее. И туда заливаем видео. И тут подарки судьбы. У нас получилось два прям четких, хороших материала. Они уже есть на новом канале. Поэтому заходите... Подписывайтесь, ссылочку мы прикрепим к этому видео, просто либо под видео зайдите, подпишитесь, либо через поиск зайдите и подпишитесь. Вот такие вот новости, очень важные. Ну, было там еще очень много всяких таких сопутствующих моментов. На старом канале нас подтвердилось, что нас травили. В частности, срезали нам просмотры, в частности, но вот когда 15 тысяч лайков и 7 тысяч просмотров, это значит, что просмотры сокращаются. И они действительно сокращаются, доберутся до 10 тысяч просмотров на одном видео и ползут такие вниз до 6, до 7 там и так далее. То есть это какие-то настроечки, регулировки с нами помаленьку борются. Хорошо это или плохо решать вам, но это имеет место. Но если там под видео умудряются люди поставить 15 тысяч лайков, да, то как бы даже если каждый пятый лайк, каждый пятый человек поставил лайк, то это уже количество просмотров-то туда за полсотни вверх, там, 1080 может быть, да, и более. Вот, то есть, как бы живем... Работаем, помогайте, кто как может, подключайте. Сейчас вот, ну, конечно, это прыжок на месте, потрата времени. Пришлось очень долго возиться с этим каналом, с предыдущим, чтобы его восстановить. Ну, представьте, просто так взяли 600 видео, накрыли медным тазом, да. Катюшек трибунал, жух, с ютубика, да. Вот, поэтому спасибо, кто... сохраняет нашу информацию. Спасибо Алексею за то, что сохранилось у него наш созданный им созданный наш транспарант, вот этот вот баннер на канале, а мы его опять восстановили, да. Спасибо тем, кто наши видео просто на дисках сохраняет и так далее, потому что, ну, от всяких таких случаев надо как-то обезопасиваться, сохранять контент. Спасибо всем, кто... Вот мы живем во многом благодаря вашим стараниям. Вот всем людям, которые нас спасают, которые нам помогают в этой, на этой веселой планете выживать, делать то, что мы делаем. Спасибо большое. Спасибо ребятам, которые просто ведут нас по этому миру, которые нас оберегают, стерегут, которые дают нам возможность жить и делать то, что мы делаем. Одни бы мы точно столько не наделали, наделали бы гораздо меньше. Спасибо. С вами был Виктор Катющик, канал «Научный трибунал». Кто не успел подписаться, подпишитесь. Это видео, ну, пару раз мы продублируем для тех, кто не получает уведомления. Всем добра!